Добрый день, друзья! Вы хотите играть во все современные игры, но у вас нету больших денег для того, чтобы покупать все современные и мощные телефоны, то тогда это видео для вас. В этом видео я собрал телефоны до $200, которые способны тянуть все современные мощные игры с красочной графикой. Эти телефоны я сам лично протестировал и даю вам гарантию, что они потянут все современные игры. Но вначале я скажу, каких не будет здесь телефонов, на каких процессоров, это важно, для того, чтобы не было потом у вас вопросов. Сейчас много телефонов выходит на процессорах Snapdragon 625, 430. Это не игровые телефоны. Также здесь не будет процессоров от MTK Helio P10, P20, P15. Это тоже не игровые телефоны, а также Helio X10. Вот мой список. Первое место в моем списке заслуженно занимает телефон Leica Cool 1. У него есть мощный процессор Snapdragon 652, большая батарея и сдвоенная шикарная камера. И за все эти обалденные характеристики магазины просят всего лишь начиная от $124. Кто настроен на максимальную экономию, есть попроще вариант с таким же процессором Leica LE2. Его можно купить за $119. Далее идет, по-моему, самый лучший игровой телефон до $200, Leica LeMax 2. В нем стоит Qualcomm 820. Кроме этого, огромный 2К экран 5,7 дюймов. И шикарная камера с оптической стабилизацией изображения. И за все это нужно заплатить $180. Я думаю, лучшего решения быть и не может. Для тех, кого не устраивает лопата 5,7 дюймов, есть вариант поменьше. Leica Le Pro 3 Elite X722. У него экран 5,5 дюймов и, что немаловажно, батарея побольше 4 мАч. Далее идет замечательный телефон ZTE Axon Elite или ZTE Axon A2015. В нем стоит 810 Snapdragon, 5,5 дюймов экран, хорошая батарея и хороший звук. Цена тоже привлекательная. Далее в моем списке красавец Nubi Z9, 5,2 дюймов экран, Snapdragon 810, большая оперативка и шикарная камера. Замыкает список телефонов с процессорами Snapdragon Lenovo Zook Z1. У него еще актуальные характеристики, процессор потянет большинство игр и стоимость всего $132. Далее идут телефоны на процессорах MTK. Единственный процессор, который потянет большинство игр, это Helio X20. За такую смешную сумму вы получаете игровой телефон с неплохими характеристиками. Ну а если вам надоело слушать про телефоны от Leica, есть вариант от Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 4. В нем стоит такой же Helio X20 и чуть побольше батарейка. Последний телефон, который вписывается в мои ценовые $200, это Meizu MX6. Здесь тоже стоит Helio X20, шикарная камера, ну и вообще красивый телефон. На этом все, друзья. В комментариях, пожалуйста, пишите свое мнение, какие-то, может быть, телефоны, которые можно включить в этот список. И всего доброго, до свидания.